Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал PH3 Games. Итак, пока новый Battlefield не вышло, давайте пройдем Battlefield Hardline. Если честно, сюжетку я вообще не проходил, но пока хотел пройти, но так все времени не было. Сейчас возможность появилась, почему бы не пройти? Так, загрузка. Что, японский район, что ли? Так, сетевые эпизоды, вот. Одиночная. Премиум, все понятно. Так, право, кадет, офицер, ветеран. Так, значит, уровень сложности. Ну, давайте начнем с офицера, если будет слишком легко. Переключимся на ветерана. Лицезрейте нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Зайки, не скоро конвой. Еще получится. Копы, зэки. Николас Мендоза. Бандиты. Черт. Такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Угу. Грязный коп. Это как бы намекает мне, что система работает. Продажный коп, что ли? Хорошей поездочки, детектив. Детектив даже. Ага. Ну, понятно. Майами, Флорида. Отлично. А, три года спустя. То есть ранее. А, вот оно. Теперь нам будет показывать, что случилось, почему он грязным копом стал. Сходим перекусить. Ага, да. Наш напарник, да. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Ладно, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай. Найди дробовики. Че, пестики или что ли? Ну ладно. Стучаться, что ли? Стучаться, выбивать надо. О, да, то и по-нашему. Ну-ка, всем лежать. Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! В дверь постучали. Сейчас сказал. Ты что ли? Давайте это обсудим. Чувак, да ладно! На колени, бля. А ты че здесь? Все шкирятся, да? Так, арест. Руки за голову, медленно повернись. Тихо! Спокойно. Ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все друзья. Так, один готов. Следующий. Повернись, без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь. С утра выйдешь? Ну, возможно. Говорит иначе. Иди нахрен! Ой, блин, дура! Охереть. Быстро все идет. И кто там с утра выйдет? Ты что ли? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Безбашенная бабенка. Ты что там делал с дробашом, чтобы выскочил? Охереть. Что сделал вообще? Так, улики, улики. Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Там что, шаги были? Некого допрашивать. Эй, надоели эти бургеры. О, точно. Взял кубинскую еду. Кто хочет есть? Эй, не с места! За ним. Давай! Опа! Вон он! Стоять! Полиция! Руки вверх! Руки!
Да-да, руки. Ты делаешь только хуже! Он что, выпрыгнул, что ли? Охереть. Стодар, давай вниз! Быстро! Оху, погоня, погоня! Погоня отрабатывали? И дали в асфальт, погнали. Не задави никого! Надо остановить прямо сейчас! Двигаюсь на север по Мартеллу, запрашиваю подкрепление. О, фура! Тихо-тихо. Налево на крокер, на перекрестке чисто. Да. Блин! С башни наводила за рулем. Давай, как пол! Какой пол? Асфальтная, да? Пол. Пол нормально, нормально. Ну не стреляй, давай по колесам. Стреляй давай! По колесам стреляй! А ты меня стреляй! Тихуем! Стодар, давай! О, фая! Попал, попал! Твою ж мать! Ладно, нормально. Он там вообще живой? Подушка безопасности есть там? А ну стоять! А, есть, живой! Костяшки первого мало, ничего страшного. Давай! Сейчас живет. У тебя есть право хранить да молчание. Пошел. А, слышал уже такое, да? Моя бич, значит, да? Ну и отлично. Так, эпизод первый, значит, снова в школу. Интересное название. Так, ищите улики. Ну ладно, продолжаем. В результате напряженного полицейского рейда на гостиницу Овертаун пятеро подозреваемых погибли и один находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. Капитан наш. Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. По телевизору видел. Похоже, снова 80-е пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатаю рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стодарт, спецзадание тебе. Детективы Мендоса и Дау, зайдите ко мне. О, пойдем, красавец. Вы знаете друг друга? Типа того. Отлично. Да, ходили по разным свиданиям, там, вечер проводили. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, а что, последний рейд Мендозы, напарник? Без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Ну что, приятный напарник у нас будет. Надеюсь, сработаемся. О, так она еще и машинку у нас водит, водить умеет. А, все. Шевелись, между прочим, я следил за Стодардом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал.
Давайте полюбуемся на ее хвостик. Что там с Тайсоном Летчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. А те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но иногда его старым дружкам-жуликам перепадает халява от него. Да, красивый хвостик уже. Найдем какого-нибудь. Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Че, на свиданку приглашаем? Не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Да там вся Америка в дерьме. Разгребаем дерьмо. Стодок про тебя так говорил. Что говорил? Что ты обожаешь. Ваша машина грязное окно. Давайте я помою его. Да не надо. На стекло. О, Господи. Эй! Ладно, ладно. Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть $5? Ладно. А? Знаю. Просто... Нельзя дать, я бы дал, но извини, чувак, не могу. Ладно, ладно, хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Какой вежливый гражданин попался. Дай-ка догадаюсь, с южного побережья? Не, из Лос-Анджелеса. Ух ты. Округ Ориндж. Ты серьезно, что ли? То есть из Князи в грязи. О, точно. Ага, типа того. Что это? Наверное, кого-то задержали. Кого поймали здесь? Я не согласен на обыск. У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его, Карифана Брикса, вместе с шайкой Тэпа, на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. 12-я улица. Ну, поехали. Отлично, детектив. Открывай уже! Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Она женщина упертая. А что с отцом? Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже вот умер. С Кубы, что ли? Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это... Что-то она замолчала так. Черт. Пошел. Эй, притормози. Окей. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Не Ладно, подходит. Хорошего вечера, мэм. Иди нах. Хочешь, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. Угу. Чтобы помогли крышку закрыть. Подобрать. Так, все, приехали, значит, да? Ну, вывозим. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Окей. Ну. О. Это 13-й. Мы выходим из машины. Так, мы, значит, 13-й и на 12-й улице. Это только раздражает людей. Какая у него шикарная походка. Да ты не оглядывайся, иди, иди. Мы за тобой. Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Право, лево, лево, право, лево, лево, право, лево, лево, право, право. Сейчас задает тут здесь.
так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Да, район чудес. Не ахти. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Да это конечно. Я знаю, что найду там. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Ну, тогда нет, иди. Так, и далеко нам топать-то здесь. Так, самолет летит. Еще один. Сходи уже и сиди хоть час, если хочешь. Давай, чувак, ходи уже. Смотри, вон Брикс. О, появилось. Осторожней, ага, Мендоза. Вижу. Он непредсказуем. Пойдешь первым. Он меня знает. Я говорю тебе, мы сможем. Окей. Как будто 100 раз делали уже. Вы понимаете? Так. Ага. Показать значок, значит. Ну-ка, руки вверх. Стоять, боец. Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив. Это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого. Так, у нас что, ультрашокер, что ли? Где твой друг Тер? Пошел ты нахрен, чувак. Может, яйца пожарить ему? Включай очень плохого копа. Да? Чему расслаблять? А, нет. Говори, где Теп, и мы уйдем. Служи. Там что, бычки валяются, что ли? Чувак, да он зависает сегодня. Это все, что я хотел услышать. Погнали, Мендоза. Хай-хай. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права. А чё, вот так оставим? Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Ну ладно, пускай лежит. Уверена, вот, всё, бегать умеем. Нет, но я уверена, что он пытался убить одного из нас. Идём, бежим, бежим. К чёрту его. Хай, за мной. Давай, темп в районе отхода. Ну так беги быстрее давай. Ты же умеешь там право, лево, лево, право. Они не должны догадаться, что мы идем. За мной. С тобой. А, во. Так, значит, датчик, да? Ага. Значит, прятаться, да, надо здесь? За мной. Давай, сюда. Куда? Да тут я, тут-то. Куда? Окей. Ты лезешь? Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? А, защелочка. Молодец. Пошли. Ну, быстрее, быстрее, давай. Давай, на велик, садим. С горочки прокатиться. Нет, иди. Ага. Так, так. Хай, давай сюда. Хай, спасибо. Хай. Да не за что. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Опа, будка, собак нету. Стодат, что ты про него думаешь? Недолго с ним напарник. Мы же умеем. Стодор, лавочник бугай. А весь мир его посудный лавочник. Так, надо бежать туда, да? Ладно, бежим. Хай, догоняй. Прыг-скок, прыг-скок. Сюда. Помни, это территория Теста. Ага. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажет, что мы идем. Эй, прыгнись. Нам нельзя светиться. Ладно. Строишь. Ну и что ты скажешь? Открой калитку. Так. Сразу так. Так, ладно, нас пока не видят. Хватит ныть, давай играй. Вот поэтому твоя двадцатка теперь у меня. Отлично. Бежим, бежим, бежим. Упс. Черт, он мешает нам. Хорошо, брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. Бросить? А, тачпад. Бросить монетку, что ли? Хе-хе. Окей. Пошел, пошел, пошел. Сюда, да. Что там опять? Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Пока все идет изи. Что такое? Еще туда? Ага. Обезвредить можно, отлично. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так рассказать. Да, сейчас все нормально. Ага, монетку бросаем опять. Кто там народ? Ладно, я разберусь. Заткнись, секунду, дай послушай.
Так, первый пошел. Ты че? Уходи, убери уходи! Пушку, бля. Да бей. Так мы нажали, почему он ничего не сделал? Странно, какой-то глюк произошел. Ладно, понятно, кидаем монетку. Да все, все. Так. Разбегайтесь, давайте. Сейчас попробуем. Ладно, сейчас пробуем. Так, аккуратненько так. Опа. Во. И иди сюда. Отлично. Так, бежим дальше. О. Привет, Тэп. Не надо бежать, все равно догоню. Угу. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафмагой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Тэп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Тэп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Тэп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же, смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель. Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, мои копы упаковываем. Еще пожалеете. Ага, а то как же. Так. Я в шоке, чувак. А, у меня есть подписка на это. Че, героина? Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кок за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. И бантик на голову завязать. Что тебе надо от меня? Тайсон нам нужен. Так, допрос. Ага. Удался, значит, да? Ага. Эй, наушник подходит? Микрофон, да, на него налепили. А провод? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица. Ты не Бенедикт Арнольд. И это не стукачество. Зайди внутрь, так, проверь там сканер у нас. И вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Проскани в лицо. Тэп. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Прикольно. Среднее слово техники. Только зацени. Дерьма. Подслушивать можно. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не налажал. О. А что они там делают? О, братки. У вас тут фабрика, что ли, по производству? Кокса, что ли? Там кто? Еще братки сидят. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. А ладно вам, подсобите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Да, пусть идет. Так, значит, Тайсон здесь, да? Раз они его впустили. Мы внутри. Давай, Тэп. Веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Ох, можно сканировать, отлично. Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. Так, новый пистолет у нас открытый. Ну, расширять владение. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Красавец, давай, давай, хватай мяч, чувак, это было круто. Так, поднимается на второй этаж. Расширяться хотите, ушлепки? Валите тогда отсюда нахрен. Идите по другую крышу, вперед. Давайте, валите. А что я? Я тут Тайсон, да. Где? У тебя 5 минут. Все, что нужно.
труп. Где Тайсон? Деп, что ты здесь делаешь? Это Тайсон. Сканируй его. Да блин, не видно его. Черт, Тайсона не видно. Вот именно. Может, он собирается уходить. Я просто делаю то, что делаю. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Черт. Угу. Так. Все. Опа, кто-то. Ого. Фургончик. Ого. Ну-ка, стой. Это кто еще такие? Ну, я догадываюсь, кто там. Без понятия. Ну да. Что задумала? Местные братки приехали, что ли? О, так они все вооружены, что ли? Нет? А, ну да. О, началось. О, черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. Так. КП, это 13. Стоп, тут его можно просканировать. У него награда есть. Всем внимание. Ну все, вперед, вот с гол. Быстрее. Бегу. А где мое оружие? Где оружие? Я тебя прикрою. Арестовывай их. Нельс нанял команду из Хуареса. Из Хуареса? Так, ага, руки вверх, да, всем. Замри! Кученза! Что это за чуваки там стреляют? Не знаю! Что хер происходит-то? Че же... Нажимай там... Ты... Да... Че-то мне это не нравится. Кто эти ушлепки? Я слышал, тебя прикрою. Нельс нанял команду из... Да знаем, вы подсказки эти засуньте себе там. Хуареса. Из Хуареса? Замри! Что это за чуваки там стреляют? Со второго раза только начинается работа. Чертовы копы! Хай! О! Ты дебил, блин. Прикрываю. Так, нам спускаться, да? Или что там? Нет, здесь еще. О. Давай в наручники того парня с ордерами. Наш клиент. Ага. Скрутить, сломать его. Ну, почти. Отлично, Мендоза. КП, отправляйте машину. Так, так, давайте вон того сразу заберем. Эти пока нас не видят. Смотрит сюда. Как в полиции! Не с места! Готов. Так, можно здесь зайти, но там еще братки вон стоят. Сейчас немножко поближе подлезть к ним. И покажем наш волшебный значок. Руки вверх! Полиция! Стоять на месте! Ну-ка, бросай пушку, бросай. Ну ладно, козел! Пушка репюжает. Сюда. Так. Давай, давай! О, давай. Берись, я сам один. Так, на втором этаже. Ясно? И вообще, что вы вообще думали, а? Тупые ушлепки! Все, что вам было... Не тебе. Двигайся! Бросай пушку, бросай! С кем он тут общался, блин? Так, понятно с кем. Так, значит, нам на второй этаж надо подняться, где лестница. Я ищу лестницу. Тайсон где-то рядом. Вот она. Тихо. О, так, перебили. Где же
братки стояли, да, трое. Сейчас завалили их. Как тут кого-то убрать? Ладно. Тихо. Отлично. Пустая пушка, пустая! Зря. 13-я стрельба. Район опора. Вот дробовик. Хорошо, бля. Замечена перестрелка. Вестибюль чисто. Повторяю, код 3. О, проверка, это что же ёлочка. Понял. Ага, шалаши-то. Что они там делали? Что там у него лежит? А, пистолет. Свой заберем. Ну заходи. Открыть все. Сканер. Посмотрим, есть ли что-то на Тайсона. А, есть что-то. Улики. Забираем. Так, подсказки. Ага. Хорошее начало. Еще есть? Есть. Молодец. Помни, если эта штука жужжит, улики где-то рядом. Жужжит? Когда сканер жужжит, значит, есть улики, да? Так, здесь. Это наш арсенал получит, да? Ну-ка, убери сканер. Ну да, наш арсенал. Так, у нас там... О, да. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Вообще ничего нету, что ли? Только один дрошокер. Ладно. Как поменять? О, отлично. О, жужжит. Отлично, все улики нашли. Ответственный за распространение жидкого кокаинового хот-шота в Майами наш новый друг Тайсон Лэтчфорд. Хот-шот популярен, потому что он чище, от него не рубит. Или как там это называется. Этих улик хватит, чтобы отправить Тайсона в суд. Если доживет до того времени. Все понятно. Ник, проверь, что тут? Нашла Тайсон. Какого хрена? Что-то. Ноутбук. Есть. Кай, смотри. Нам набор дали серебряный. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт. Сереть. Мы можем подключиться снова? А, привет, чувак. Вот дерьмо. Вы копы привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт. Опять ты. Эй, твой приятель Тэп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо. Слушай, это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми. КП, это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Окей. Так, здесь. Так, мы знаем, что делал Тайсон. Нету. Но понятия не имеем, где он. Почему закрыто? Открывай. Опа! Какие я. Красавица-то наша. Ищите ушлёпка. О! Черт! Мендоза, надо выбираться отсюда. Здесь братки к нам приехали, да? Да. Второй этаж чистый, значит, они внизу, да? О, вон они. Ага, понятно. Видел бы их копов! Черт, нельзя, чтобы полиция сюда совалась. Эй, нам лучше двигать, пока другие не пришли. Сейчас.
И что? Сука, стрельнул. У нас полно вооруженных подозреваемых. Руглет! Ну, суки, да? Ну, удержите это. Не хотели, да, по-хорошему? Блин, по-плохому. Эй, осторожно! Чёрт! О! Осторожнее! Раз и... Живучий ублюдок. Тачку, окей. Есть еще есть? Нет. Тачка. Вот она, наша тачка. Ты давай догоняй. Детектив Дао, данные с того IP получены. Спасибо, дайте порулить. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Воздушка? Да, вытащим его и назад. Воздушка уже здесь. Понял вас. Шутук. Давай с ноги, Мендоза. Окей, с удовольствием. Ты знаешь, что на вот, этом блин. Не соль, вот и сам Тайсон, да? Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские слушай, права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Хоть вещи заберу. Что, бронежилет, что ли? Уже подготовлен, да? Происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Хай, ложись! О, блин, попали в него. Черт! Вот черт! Тихо, держись, держись. Меня ранило! Ну как ты? Вот, блин. О, пуля на улицу пошла. Я зажму рану, ладно? О, кровью стекает. Хо-хо-хо. Надавить, окей. Вот черт! Хай, держись, держись. Я знаю. Держись. Конечно, больно. Мы не за тобой пришли, Кот. Так, что, я буду штурмовать, что ли? Я тебя не брошу. Иди нахрен. Сядь, дай сюда! Точно. Давай, вперед! Сюда. Жать. Жать. Тихо, тихо. Рану, рану зажми. Рану зажми. Кровь стекает же, блин. Хай. Нажимай быстрее. Хай! Хай, смотри на меня! Хай, я тут! Разожми рукой! Какие звери, они рашат! Лезут тараканы, блин! Я что сделал? О, бедный наш! Хай, держись, держись, хай! Вот чёрт! Сейчас мы зажмём! Хай! Хай! Там стоит! О-хо-хо-хо! Хай, держи! Нам бы. А, держись. Лежать! О, спецназ подоспел, отлично. Мы копы! Мы копы! Их, их свои, свои, бля. Похоже в артерию. Повезло тебе, что кровью не истекла. Мы прижимали. Старались. Руки вверх, быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да, он просто с бумажками сидит. Да, нормально. Так, значит, первый эпизод у нас закончится. Ну, а мы, друзья, на этом тоже остановимся-то и продолжим в следующей серии. Так что подписывайтесь на наш канал PS4 Games, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, всем пока.